Да нет, к съемкам пока готовлюсь. И не, сейчас в машине еще сижу. Какие планы вообще на вечер? Ну, Маша звонила, сказала, скоро приедет. Ты слышишь, что это? Не знаю. Пойдем посмотрим. Пойдем. Ты арестована, выходи! За что? Ты имеешь право хранить молчание, но тебе это не поможет. Что я сделала? Идем молча. Да за что? Да хоть объясните, за что? Офигеть, что это сейчас было? Ребят, вы видели? Меня арестовали. Я вообще не поняла, за что и кто это был. Где я вообще нахожусь? Не понимает она, за что арестовали, ага. А дневник это чей с двойками, а? Не твой? Посмотри, это не двойки. Что это? Что? Да это не мой дневник. А чей это тогда дневничок, а? Вы что, меня не узнали? Я блогер. Чего? Какой еще блогер? Блогер. Я снимаюсь на двух каналах. Клуб Туб и Марта Про. Если не верите, наши зрители вам докажут. Пишите много-много комментариев, что это правда. Все равно я не верю. А вот вы включите видео и почитайте комментарии. Да? Пишите. Ну ладно. Пишите побольше комментариев. Так, что тут у нас? Ура, я первая. Передавайте мне привет. Классное видео. Да нету тут ничего, что ты мне гонишь? Так что сиди тут и молчи. Обманывают меня тут еще. Блин, он мне не поверил. Пишите, пожалуйста, побольше комментариев прямо сейчас. И лайки ставьте, а то я вообще отсюда не выберусь. Войдите! Здравствуйте! Здрасте, здрасте! У вас тут арестованная есть! Ну? Маша зовут! Ну? Выпустите ее, пожалуйста, она ничего не делала! Да. Она ни в чем не виновата! Конечно, прямо сейчас так возьму и выпущу! Правда, она ничего плохого не сделала, выпустите ее! Она арестована и будет сидеть за решеткой! Да вы хоть объясните, что она сделала, за что вы ее задержали? Так, все, хватит, раскудахтались тут! У меня терпение не бесконечное! А ну пошли отсюда, пока я вас тоже за решетку не посадил! Ишь какие, нашлись тут, блин! Выпусти якобы, ага! Сейчас! Маш, ты здесь? Да, девочки, откуда вы здесь оказалась? Я сама не поняла, меня этот чудик сюда посадил. По-моему, это тот самый чудик, который был тренером и охранником. Тогда с ним бесполезно спорить и просить его о чем-то. Девочки, ну, пожалуйста, не бросайте меня, помогите мне отсюда как-нибудь выбраться. Да мы что-нибудь придумаем обязательно. Еще он мне кушать не дает. Девочки, пожалуйста, принесите мне срочно что-нибудь попить и поесть. Хорошо, Маш, мы обязательно принесем. Да, давайте поскорее только. Все, жди нас здесь. Конечно, я буду ждать здесь. Куда же я могу уйти? Ха, а я же это арестованный. Генерала получу. Нифига себе. Класс. Наша служба опасна и трудна. На-н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 а. Что же нам делать, Алина? Тебе какие-нибудь идеи в голову приходят? Я даже не знаю. Но вытаскивать ее как-то надо. Том, а что если заехать на большом грузовике, снести стены тюрьмы, забрать Машу и бежать оттуда? Алина, отличная идея! Мне кажется, прокатит. Хотя, если у нас ничего не получится, нас тоже посадят в тюрьму и нас никто не будет спасать. Надо что-то другое придумывать. А что если мы притворимся адвокатами, придем, скажем, Маша не виновата, он обязан послушать адвокатов. Ты думаешь, прокатит? Ну, попробовать стоит. Ну, давай попробуем. Ребят, мы, короче, прикинемся адвокатами и попробуем вытащить Машу из тюрьмы. Надеемся, что у нас получится. Этот тип, который был то охранником, то тренером, то учителем, а теперь он арестовал Машу и думает, что полицейский. Но на самом деле он вообще отмороженный. Пожелайте нам удачи. Заходите по одному. Здравствуйте, мы адвокаты. Чё? Какие еще адвокаты? Где-то у вас здесь незаконно задержанная. Маша зовут. Ее срочно нужно отпустить. А, та самая Маша.
сколько мне еще здесь сидеть? Ни еды, ни воды, и делать вообще нечего. Уже даже сидеть устала. И вообще, с чего вы взяли, что она незаконно арестована? Еще как законно! Законно я, это одно целое! Кого хочу, того и задерживаю, кого хочу, того и арестовываю. Меня не волнует ничего. Понятно? А можно у вас протокол задержания попросить? И улики, пожалуйста. Протокол, улики. Вы приходите завтра и получите. А сейчас уже все, рабочий день закончен. Мы не работаем, давайте, идите отсюда. Граждане, адвокаты. Вставайте, идите отсюда, давайте. Вообще ненормальный. Хорошо, что у него пистолета нет. Давай, быстрее, без разговоров. Вы же нашлись тут, блин, адвокаты еще. Ха, видал я таких адвокатов. Маш, мы здесь. У девочки, надеюсь, вы пришли за мной? Маш, мы, короче, прикинулись адвокатами. Да, но у нас ничего не вышло. В смысле? Вы что, хотите сказать, что я здесь останусь? Маш, ты только не расстраивайся, мы обязательно что-нибудь придумаем. Да блин, ну вы мне хоть покушать принесли? Ну, Маш, мы думали, что наш план сработает. Ты поедешь домой и там поешь. Ну, мы ошибались. Да елки-палки. И что мне теперь делать? Маш, ты только не расстраивайся. В следующий раз мы обязательно возьмем тебе еды и вообще вытащим тебя отсюда. Все, мы пошли. Давай, пока. Ладно, девочки. Только поторопитесь. А то я уже не могу здесь находиться. Офигеть, я просто в шоке. На него даже адвокаты не действуют. Вообще ненормальный мент какой-то. Надо Маше хотя бы еду отнести. Вот именно, но он ей даже еду не передаст. Он же ненормальный. Надо что-то новое придумывать. Блин, как же это неудобно. Да вообще ужас, этот парик. У меня из-за него башка вся чешется. Короче, друзья, мы решили прикинуться Машиными родителями. Я буду папа, а Тома мама. Короче, не будем терять время. Маша там устала, голодная сидит. Так что пойдем, Алин. Здравствуйте, мы родители Маши. Я папа. Я мама. И что вам надо, мама и папа? А мы пришли забрать нашу дочку Машу домой. Что? Домой? Вы что, с ума сошли? Мама и папа, как я ее домой отпущу? Она же арестованная за несоблюдение закона. Слышь, дядя, выпускай ее отсюда по-быстрому. Ты что, отец, попутал что ли? Тоже за решетку захотел? А ну пошли отсюда, это вам не контактный зоопарк. Пришли тут потрогать, пообщаться. Давайте, давайте, на выход живее. Ради бога, простите, извините, передайте моей любимой дочурке что? Покушать. Она что? Там такая голодная сидит. Давай, ладно, передам, все, покиньте помещение. Все, спасибо живо. Большое, ради бога, извините. Пойдем. Ишь вы. Ого, шаурма, что ли? Какая огроменная! А, как пахнет вкусно! Блин, сам бы съел! Ух. Блин, съесть или отдать? Съесть или отдать? Блин, тяжело. Блин, ну ладно, накормлю я этого заключенного. Блин, ну я же добрый полицейский. Блин, или может куснуть разок? Заключенный номер 06810. Ну как у вас тут? Нормально все? Да какой нормально? Я ужасно устала уже здесь и кушать очень хочу. А тут как раз ваши родители приходили, вот еды вам принес. Ну ура, наконец-то еда. Такие хорошие, добрые люди. Пообщались, посидели. Сказали, что через недельку еще зайдут. Да какой через недельку? Не могли они такого сказать? А ну выпускайте меня отсюда. Да какой выпускайте? Сиди, все, ешь. А хотите, я вам еду свою отдам, а вы взамен меня выпустите? Нет, нет, пиши! Меня не обманешь такими фокусами! Ну хоть поем наконец-то! Шаурма такая огромная! Это что, из шаурмы что ли? Нифига себе! Это что еще такое? Телефон!
шаурмой, реально. Вот они умные, а то-то я думаю, что шаурма такая тяжелая. Это же я могу онлайн теперь все тесты решать, и школьную домашнее задание выполнять, и получать, кстати, хорошие оценки. Но я покажу этому чудику, сейчас она получает пятерку, он посмотрит мне еще. Так, первое задание, вариант номер один. Какой же ответ тут будет? Ну что, ребят, мы похожи на рабочих? Сейчас с помощью инструментов пойдем вытаскивать Машу из тюрьмы. Пойдем? Пойдем. Привет, начальник! Давай, открывай свои ворота! А вы кто еще такие? Как кто? Мы, рабочие, пришли ремонтировать твою тюрьму и укреплять. Че, правда? Рабочие? Ага. Давно мы вас ждали. Тюрьму-то надо сделать, давайте, проходите. И там камеру заключенной тоже получше сделайте. Все обязательно, поняли? Да, пойдем, классно, блин. Давай. Пришли тюрьму мне делать, молодцы какие, рабочие-то, а. Маша, Маша, мы здесь, мы пришли. Девочки, ну наконец-то, вы же за мной, да? Вытаскивайте да, меня. Да, смотри, сколько у нас инструментов. Мы обязательно тебя вытащим. Сейчас, Маш, мы будем решетку пилить, а ты пока поешь, мы тебе еду принесли. Что это, что это? Наконец-то еда. О, вы прикалываетесь надо мной? Это что, сырая курица? А как я ее готовить буду? Я же в тюрьме, у меня здесь ни печки, ничего нет. Черт, Алина, не подумали. Ну, Маш, ты извини, завтра тебе микроволновку принесем. Какая микроволновка? Давайте вытаскивайте меня отсюда быстрее. Да-да-да, все, вытаскивайте. Так, Алина, ты вообще представляешь, как это делать? Давайте, девочки, ну поторопитесь уже. Давай, Том. Сверли. Алин, у тебя что-нибудь выходит? Нет пока. Да нет, это фигня какая-то. Так можно до утра пилить, она слишком крепкая решетка. Девочки, ну вы же не оставите меня опять одну здесь. Давайте пытаться, я не могу уже здесь находиться. Стучат там, свернут что-то. Пойду посмотрю, как дела идут. Что дела у вас там? Не закончили еще? Да вот уже заканчиваем. Черт. Это хорошо, что заканчиваете. Когда будете уходить из этой решетки, за вами позакрываю. А я не понял, это что у заключенного инструмент? А ну, давай сюда, не положено. Отдавай живо. Ну ладно, мы закончили свою работу. Все, давайте, спасибо вам большое. До свидания, заключенный. До свидания, спасибо. Опять меня одну оставили. Хоть бы отвертку оставил. Я бы тут за ночь хоть одну решеточку бы отковыряла. Жизнь такой шизи. Вообще отмороженный. Я уже не знаю, как Машу вытаскивать оттуда. Да, но у меня есть еще одна идея. Какая? Маша говорила, что когда он ее арестовал, он показывал ей дневник с двойками. Да, и что? Ну, короче, сейчас все узнаешь. Пойдем. Литература 2, математика 2, русский язык 2, это 2. Одни двойки, еще она мне там что-то говорит. Я вон в школе как хорошо учился, что ж вон полицейским стал. Вон, одни двойки, что это такое, а? Охрана! 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 Ну, что это она там раскричалась, а? Охрана! Че кричишь? Ой, знаете, я очень есть хочу. Дайте мне хоть что-нибудь поесть. Ну, у меня что только это. Это вкусно, мама. Да. Можно, мам? Шучу. Ладно, бери. Как вкусно. Да. А можно мне всю пачку? Ну, всю пачку. Ну, ладно, забираю, у меня еще есть. Серьезно? Спасибо. Да. Сейчас, давай, вкусно, сиди, только молча тут. Вроде дурачок, а вкусно маму любит. Здравствуйте, скорая медицинская помощь пришла делать вам прививки. Какие прививки? Мне? Куда прививки? Да, как куда? В руку, в ногу, ну еще кое-куда, сами как знаете куда. Может, не надо мне никакую прививку? Зачем? Вы что, уколов боитесь? Вы же взрослый мужчина. Какие уколы? Не боюсь я уколов, я полицейский, я ничего не боюсь. Ну тогда все, давайте ручку сначала готовим, делаю вам укольчик, потом ножку готовим. А может, без укольчиков как-нибудь можно обойтись?
Сдавайтесь, может, что-нибудь придумаете там, а, другое? Можно, можно, у меня есть витаминка, она такая вкусненькая, сладенькая. Одну витаминку съедаешь, и сразу три укола можно не делать. О, вот это мне подходит, она точно сладенькая, вкусная? Сладенькая, сладенькая, вкусная. Ну, давайте, давайте. Это уже лучше, чем уколы. Лучше витаминка, чем уколы. Уколы — это больно. Вот, держите. Ну что, вкусненько, сладенько? Ну да, вкусненько, сладенько. Отлично. А может, все-таки укольчик? Не, укольчик не надо мне. Ну тогда спите. Отлично. Все, спит. Убираем этот противный дневник с двойками и меняем его на дневник, где одни пятерки. Пойдемте к Маше. Маша, это я. У меня отличные новости. Какие? Короче, я дала ему снотворное, и он заснул. Потом поменяла дневник, который он себе показывал с двойками, на твой настоящий с пятерками. О, классно! Это получается, у него теперь нет никаких улик. Да, короче, он поспит какое-то время и, думаю, тебя отпустит. Ладно, я побежала. Пока. Пока. Ой, как я надеюсь, что он меня отпустит наконец-то. Что? Что это? Что это такое? Что это она там кричит? Надо посмотреть. Охрана! Что такое? Что кричит? Охрана, вы должны меня выпустить. Вы меня зря задержали, потому что у меня одни пятерки в дневнике. Что? Какие пятерки? Там в этом твоем дневнике одни двойки. Да нет, проверьте еще раз. У меня там одни пятерки, честное да слово. Да тут проверять-то нечего. Там... Что, я слепой, по-твоему? Да ни одной двойки там нет. Посмотрите еще раз. Вы должны меня выпустить. Ну, блин, ну давай посмотрим. Давайте. Какая ты вредная, а? Че, тут понятно, что одни двойки, смотреть даже нечего. Вон, литература 5. Что, 5? Математика 5? Русский 5? Что это, что? 5? Одни пятерки? Что это такое? Приснилось, что ли, блин? Я не понимаю, были же двойки, а? Это же как так-то? Че ж я сделал-то? Блин, человек же там просто так сидит. Ё-моё, надо извиниться, блин. Ну что там? Это твой дневник? Да, я же говорю, это мой дневник. Посмотрите, одни пятерки. Я же вам сразу сказала, я блогер. Снимаешь на канал Клуб Туп и Марта Про. Да я тоже подписан на ваши каналы, подписчик. У нас очень много подписчиков. Блин, как неудобненько ты получилось. Как же я вас сразу-то не узнал, а? Ладно, сейчас я тебя выпущу, сейчас, подожди. Ну, наконец-то, неужели он меня наконец-то выпустит? Вот глупый охранник. Друзья, как хорошо, что у нас есть вы, наши подписчики. Благодаря вам я наконец-то отсюда выберусь. Ну, а вы, если до сих пор не поставили лайк, прямо сейчас ставьте. Блин, можно я с вами селфи сделаю, а? Ну, давайте, так уж и быть, сделаем. Как я вас сразу-то не узнал? Так вот именно, как же вы меня не узнали? Все, спасибо. Вы уж извините нас, служба у нас такая. Ну ладно, но вы впредь запомните мое лицо, чтобы такого больше не повторялось. Конечно, конечно, больше такого точно не повторится. Извините еще раз. Столько времени там просидело. Все, я же могу идти уже. Да, конечно, идите, все. Нет больше вас задерживать. Я оставлю, ладно? Давайте, до свидания. Удачи вам. О, да. О, какие блогеры-то, а? Молодцы они все-таки все. Как же я ее не узнал-то сразу? Лайки им ставьте, побольше лайков. Молодцы эти блогеры. О, да. А я дальше работать. Так что давайте, всем удачи и всем пока.